надо. В общем, сейчас жизнь такая, что... Ну, балкон у меня снесло, полностью снесло его. И что было на балконе, тоже все уничтоженное. И... Дверь кусками вырвана, были, стеклить невозможно было. И рама на окошке тоже кусками вырвала ее, раму эту. В углу иконы попадали, слава богу, они целые остались. И там штукатурка обвалилась, пришлось мне вот это все штукатурить. Рама здесь была деревянная, она полностью... было выбито. Я все делала, только окна, двери нанимала и поштукатурили. 6400 обошлось. И я должна эти деньги. Остальное я все делала за свои, за пенсию за свою, своим трудом. 3640, а за окна, двери от 501 и 1379 это штукатурка. А где вы взяли деньги на ремонт? Вы говорите, больше 6 тысяч, только два окна и дверь. Что мне родственники дали. А эта сестра двоюродная, она моего возраста, она больная. И она все время звонит. Если я помру, как меня хоронить будут? А у нее дети, там, дочка без мужа, трое детей. И она говорит, дочка копейки мне не может дать. И она собирала на смерть себе деньги. Она мне дала, и все время звонит, что как там тебе помощь дали, как тебе помощь там дали, помощь. Постоянно звонит, и меня вот это все тревожит меня постоянно, как мне долг этот отдать. Там еще кувшинчик разбит, но все это выброшено. Зачем битая посуда в доме? Вот это значит, стреляли 8 числа. 8 июня? Да. А числа 12 я... увидела этих солдат и говорю, зачем вы мне квартиру угробили? Они говорят, мы стреляли в рыболов, в магазин. Там же вот окенная дырка была, вот тут под моим балконом. Там же выбили они снаряд или не знаю, что там, мина была. И это мы выполняли это указание. Так что, говорю, а кто будет тут это возмещать, кто будет отвечать? Никто, они мне сказали.